тяжелая игра для нас. Соперник очень серьезно настроился. Мы готовились к этой игре. Молодцы, что ребята выиграли, выставили натиск. Но, кстати, мы выиграли. Потому что многие игроки в Красной Армии сильные. Скрипаил, тяжело с ними играть, хорошо катается, хорошо держит шайбу. Все время нагнетает все на ворота, поэтому важно, это было убавлено. Пятая игра и победа одной из команд с разницей в одну шайбу. А случались или все-таки это вот примерно разница все? Задавали нам уже этот вопрос в Минске, и мы на него ответили, что это, конечно, случайность. И это о том, что была приблизительно равная соперника. Поэтому это точно. Все, спасибо. Ну, наверное, ничего не получилось проиграть. Есть какие-то были, есть претензии, конечно, есть претензии к ведущим игрокам, которые в этой игре растворились, и уже не первую игру, которую они просто растворились, их нет. Просто мы думаем, что какие-то мелочи есть, кто-то прыгал прокат, кто-то еще что-то. Мелочей нет, вот, пожалуйста, мелочи, кто-то не доработал. А вы говорили и после прошлого матча, что есть претензии, как бы вот они так и остались, не сделали выводы. Ну, вы знаете, в общем-то, наверное, мы заложники ситуации, той, которая есть. Да, очень много игроков потеряли. Те игроки, которые сейчас должны были играть и должны вести за собой команду, если бы у нас остались те игроки, которые работали до этого в команде, то есть все игроки остались, я думаю, что они бы даже четвертое звено напали. Но, к сожалению, они сейчас играют у нас первое и второе звено. Сегодня получили, да, подкрепление из основной команды трех игроков. Сказалось ли это как-то на игре? Ожидали большего нашего подкрепления.